Я был крайне удивлен тому, что вас беспокоят отеки. Что же с ними делать? Есть эффективная техника, которую вы можете за минуту выполнять каждое утро, когда умываете лицо. Я сегодня ее покажу, но не забудьте, пожалуйста, поставить лайк, можете авансом это сделать, и поделиться этим видео со своей подругой. Первый этап. Выдавливаем с шеи нашу жидкость застойную и прорабатываем лимфоузлы. До ключиц доводим по боковой части шеи. И мягко, такими прессинговыми движениями, подключая другие пальцы, ведем к ушам волну. Как будто бы вы из тюбика выдавливаете застойную жидкость. Ведете сначала к ушам, а потом прорабатываете шею. Все довольно просто. Но есть еще один эффективный инструмент для избавления от отеков. Скребок гуаша. Как им пользоваться, подробно рассказал в своем телеграм-канале. Напишите цифру 1, переходите, смотрите видео, подписывайтесь и делайте массаж от отеков. До встречи!